Итак, 13-я серия маршрута Москва-Кемерово. Продолжаю движение. Ночь прошла спокойно, но об этой стоянке я уже в прошлых сериях рассказывал. Я бы останавливался больше не то, чтобы не рискнул, но больше сюда заезжать на ночевку, на привал не буду. Странное, на мой взгляд, заведение, хотя конкретно ничего предъявить не могу. Вот сейчас с правой стороны видите автомобиль вот того дальнобойщика, с кем я разговаривал. Так, двигаюсь в сторону Омска. Бензина осталось где-то километров на 40. Вот, но по пути сейчас будет Аббатская, поселок Аббатский, Аббатская называется. Там и заправлюсь. Но по пути буду проезжать Тошнолобово. Его отградили шумоотражающими панелями. Вот так что сам поселок не увидим. Да, дорогу сделали. Сделали неплохо. Я особенно вспоминаю вот участок Аббатская, потом Тошнолобово. Там, конечно, было... Дорога ужас какая. Но сейчас все привели в норму. Пока ничего интересного на трассе особо не предвидится. Я имею в виду, ну, впереди Тошнолобово и Аббатская. В Аббатском заправлюсь. Прочитаю сообщение, которое поступило на этот момент. Дорогой Александр, ну, еще назвал бы любимый, это пишет Кулер. Вы в Кемерово не только по прямой можете попасть от Новосибирска. Есть такая трасса Новосибирск-Новокузнецк, и по ней находится город Ленинск-Кузнецкий. И от Ленинска-Кузнецка есть другая трасса Новокузнецк-Кемерово. Вам бы ее исследовать надо было. Это другой ход. Ну, в общем, послание какое-то странное. Это уже неоднократно. Вот Кулер, потом он постоянно меняет свои логины. Поэтому на такие послания я отвечать больше не буду. Ну что, я не исследую и не путешествую по России, я перегоняю автомобиль, а это несколько другая песня.
Так, поступило поздравление. Поступило поздравление, то, о чем я вам говорил в 11-12 сериях. Сегодня 7525 лето подошло к своему успешному концу. И лето огненного феникса пришло на славянскую землю. Значит, тут описывается, как правильно встретить празднование новолетия. У славян не Новый год, а новое лето. Поэтому и называется новолетие. Так, как встретить, как подготовить и праздновать новолетие? Первое. Нужно вспомнить и серьезно подумать над тем, какие неправедные деяния были вами совершены в жизни, которые бы вы хотели исправить. Кого вы обидели, с кем поступили несправедливо, где проявили трусость, малодушие, гнев или гордыню. Грех мы понимаем как погрешность, отклонение от светлого пути, пренебрежение совестью, которая дана нам как компас, указывающий верный путь, подсказывающий правильное решение в любых жизненных ситуациях. Можно даже выписать на листочек все неблаговидные поступки. Это может пригодиться и вспомнить их во время обряда. Значит, далее приводится, как встречать новолетие. Во что одеваться. Ну, в общем, также дальше пишут. Дорогие друзья, неважно, как называются наши славянские праздники и по каким принципам они празднуются, ведь нас очень много, и поэтому вариантов празднования тоже предостаточно. Самое главное, это то, что для чего мы собираемся. А собираемся мы для того, чтобы славить богов и предков наших. Счастливого праздника вам, слава богам и предкам нашим. Это обращение к славянам, ну и я считаю необходимым это озвучить. Движение начал, исходя из условий местного часового пояса. Как видите, уже достаточно светло. И разница, по-моему, 3 часа с Москвой. Врать не буду, но на границе с Омской областью часовой поезд прыгает сразу на 2 часа. Но вот сейчас, по всей вероятности, разница с московским временем 2 часа. Но в Омской области это уже будет разница 4 часа. Так, с левой стороны по ходу движения озеро Пятино, с левой стороны справа озеро Могильное. Ну, если разница с Москвой 2 часа, то сейчас по местному времени это 4 плюс 2, 6 часов. Вот 6 часов, значит, движение слабой интенсивности.
Но полотно дороги светлое, то есть практически можно ехать и в ночное время. Прекрасно видно и разметку, ну и само полотно дороги. Инфраструктура не очень развита, но кто ездил или собирается в поездку, то можно вот ориентироваться на Ишим, остановиться на привал, на ночевку, или же чуть дальше будет поселок Кабацкое. Достаточно большой поселок стоит на реке Ишим. Значит, еще такая подсказка для вас. Значит, особенность какая? Тут, въезжая в Абатское, с левой стороны по ходу движения увидите АЗС, ТНК, по-моему. Поворот к ним... Поворота к нему, заезда с дороги нет. Ведется видеонаблюдение. Поэтому, чтобы не попасть на штраф, с правой стороны будет заправка, примерно через 1,5-2 километра. Вот там можете, не нарушая правил, заехать и свободно заправиться. Там вот при въезде в Абатское сплошная полоса. Вот сейчас только что проехали, наверное, увидели заправку с левой стороны по ходу движения. Туда заезжать без того, чтобы не нарушить правила, не получится. Поэтому наберитесь терпения, немного проезжайте вперед, я говорю, 1,5-2 километра, и с правой стороны сейчас я буду заезжать, все это увидите. За дорогой ведется видео и фото наблюдение, поэтому при кажущейся не то чтобы простоте, а имейте в виду, что вы под наблюдением. Вот вторая заправка. С правой стороны, за заправкой, с правой стороны озеро Котино. Огромное озеро и река Исток. Заправившись и помыв лобовое стекло, все-таки налипла вот эта мошкара за вчерашний день.
очищаю, с собой беру самодельную жидкость. Ну, готовится очень просто. Несколько капель ферри и вот на флакон вот этот брызгивателя достаточно, чтобы хорошо отмыть лобовое стекло не только от насекомых, но и вот от этих масляных как бы пятен от выхлопных труб автомобилей. Очищает очень хорошо, но нужно пользоваться в весенний, летний, осенний период, когда нет заморозков, потому что там обыкновенная, обычная вода просто-напросто замерзнет. Заправка «Газпромнефть». Я говорил ТНК «Газпромнефть». Проверил давление в колесах, в шинах, подкачал немного. Я думаю, надо взять за правило всем автотуристам, автопутешественникам утром проверять давление в колесах, в шинах. Я с собой таскаю постоянно компрессор. Время занимает немного, но поверьте, вы и на этом сэкономите немало бензина, ну и резина не будет изношена. Такая маленькая задержка вызвана вот именно тем, что проверяю техническое состояние автомобиля. Напомню, что с левой стороны по ходу поселок Абатское, достаточно большой. Тут можно и деньги с карточки снять, и какие-то товары в дорогу купить. Это с левой стороны. А с правой стороны, значит, озеро. Ну, озеро, оно условное. Это было наводнение в Ишиме. И вот сейчас реки Исток, вернее, река Исток разлилась до таких размеров, что образовало практически озеро. Отбойники вдоль дороги. И, значит, на асфальте знак, что ведется фотофиксация. Сейчас пересечем мост, по мосту реку Ишим. И буду двигаться в сторону мотеля «Уют», то есть населенный пункт Крутинка. Там, я уже говорил, озеро, где организована рыбалка. Там лодки можно получить, какие-то снасти, наживку приобрести. Рекламные буклеты, ну, можно увидеть в магазине, в мотеле, на стоянке. На стоянке «Уют». Ну вот осень, а весенние разливы, они еще до сих пор видны. То есть вода до сих пор стоит. Эфир пока
не очень активные, вот мигают иногда фарами, предупреждают о том, что дальше впереди стоит машинка. Ну, это пост, мобильный пост ДПС. Должен сказать, что я его на самом деле там и увидел. Так оно и было. Но дальнобойщики проезжают, по радио молчат. Ни слова не говорят. С правой стороны по ходу движения поселок называется или деревня Чумашкина. С правой стороны также проходит параллельно дороге река Абук. Или Абак. Наверное, Абак. Наверное, поэтому называется Абакская, 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 но неважно. Этот световой день закончится ночевкой в Новосибирской области. Поселок Чулым. Раньше там был пост ГАИ, но потом его упразднили. На этом месте организовали мотель. Хорошее, спокойное место. Платная охраняемая стоянка. 50 рублей. Буфетом столовой не пользовался. Поэтому про кухню ничего сказать конкретного не могу. Ну вот примерно такая же природа, такой же пейзаж практически до самого Омска. Будем проезжать интересные города. Ну как интересные, маленькие города. Особо в них я не заезжал. Особого общения не было ни с кем. Но должен сказать, чем дальше от Москвы, тем люди, на мой взгляд, добрее. Насколько хватает взгляд по карте, ничего населенного здесь нет. Ну, я имею в виду деревни, поселки какие-то. Дальше, конечно, будут. Вот, но вот на данный момент вот так. Ну, проехали с левой стороны населенный пункт Зимино. Ударение ставьте сами. Далее по ходу движения населенный пункт Гуляй-Поле. Есть такой населенный пункт в Тюменской области. И озеро Шамонино. Кстати, с дороги видно указатель. Поворот на Гуляй-Поле.
эфир 15 канала. Пока спит. Солнце должно, по идее, быть в лицо. Так, наверное, оно и будет далее. По ходу движения. Вот заодно можно будет посмотреть, как работает поляризованный фильтр на видеорегистраторе DATACAM 6 MAX. Ну вот примерно до поселка Крутинка, до мотеля Уют, вот примерно 80 километров, где-то так, плюс-минус несколько километров. Ну, мимо не проедете. Во-первых, перед Крутинкой будет достаточно много, что справа, что слева, по ходу движения стоянок. Но они относительно молодые, относительно недавно их поставили. Может быть, год, может быть, два, максимум 3 года. Вот там я один раз остановился, с правой стороны по ходу движения будет, но там была грязь сильная, поэтому больше лезть в грязюку не хотелось. И я вот всегда за правило беру, если останавливаюсь, немного проехать за кольцом, за кольцевым движением сразу с левой стороны по ходу движения мотель Уют, с правой стороны заправка или Газпром, или ТНК, ну, сейчас не помню, синие, короче. Далеко впереди населенный пункт. Я называю населенный пункт, по сути, это деревни Ширяева. Река довольно-таки симпатичная. Водоемы, разливы. Не знаю, зарыблены они или нет, потому что в Тюменской области довольно-таки суровая зима. Озера промерзают до самого дна. И как говорили мне раньше, разговаривал с аборигенами, что рыбы там нет. Но не знаю, врать не буду. Но вот картинка сейчас не солнце в лицо, а может и солнце. В общем, яркий свет, он в реальной жизни, конечно, там глаза слезятся от этого. Но как на картинке видеорегистратора, экспозиция довольно-таки приличная. Полотно дороги постоянно находится под, видать, наблюдением, под контролем. Видно, что проводится ямочный ремонт, залиты щели специальной мастикой.
Ну, в общем, условия движения по Тюменской области вы можете оценить и сделать вывод сами, глядя на картинку. Слева но это дальнобойщик спрашивает, где снять деньги с банкомата. Но ему отвечают, что в Абатском есть такие места. Ну, наученные горьким опытом, дальнобойщики не возят с собой крупные суммы. Деньги хранят на карточках и правильно делают. Потому что на стоянках, ну, не здесь, а дальше на восток, но там еще продолжают орудовать клофелинщицы. Как такового бандитизма, разбоя, который был в 90-х и в нулевых годах, на трассах сейчас нет. Ну, на всех больших грузах установлены вот маячки, охранные системы, поэтому каждый автомобиль находится под присмотром. И потом связь между водителями на 15 канале, ну и на других каналах, вполне устойчивая, всегда могут прийти на помощь, поддержать. Дорога петляет, вот такие повороты то влево, то вправо. Но эти повороты не крутые. С правой стороны по ходу движения озеро без названия, вот такой водоем, несколько сотен квадратных метров. Ну, ничего такого примечательного пока не вижу. Большая территория, перелески, открытое место. Зимой, кстати, тут очень красиво, как, впрочем, и по остальным трассам России. С левой стороны проехали недавно только что реку Яман. С левой стороны населенный пункт Яман.
ну, несколько сотен домов, скажем так. Река Яман достигает, ну, в некоторых местах, я бы сказал, может быть, до сотни метров. Достаточно широкая. Река Яман впадает в озеро Ик. Вот сейчас с левой стороны по ходу движения как раз вот этот участок, где река впадает в озеро. Река Яман, озеро Ик. Примерно в нескольких километрах, скажем так, километров может быть 5 с левой стороны, тот поселок Крутинка и огромное озеро, которое называется, я уже сказал, Ик. Населенный пункт Крутинка. Поселок Крутинка и озеро Ик. Там, как я говорил, организована платная рыбалка и рекламные буклеты приглашают вот всех желающих на рыбалку. Здесь тоже движение небезопасное, в том дело, что как-то останавливаясь на ночевке у мотеля «Уют», всю ночь практически не спал, потому что молодежь, ну, ребята там 15-17 лет, пьянствовали, шумели, орали, там пьяные садились за руль. Пьяные садились за руль и куда-то уезжали. То есть контроля со стороны ГИБДД тут практически, я бы сказал, нет. Периодически заезжаю на шиномонтаж в надежде все-таки найти прокол, найти место утечки воздуха. Но везде, значит, вот в данном случае мне сказали, что шиномонтажник придет. Что работник шиномонтажа подойдет через час, полтора или два. Вот. Был шиномонтаж закрыт, но, естественно, ждать я не стал, потому что по трассе достаточно много шиномонтажек. Мне-то всего-навсего проверить, где идет утечка воздуха, и в случае необходимости там, может быть, заклеить, как-то отремонтировать. Должен сказать, что проблему эту решил только в Новосибирске. По дороге заезжал, но несколько шиномонтажек по пути было. Везде или отошел, скоро подойдет шиномонтажник, или еще не пришел, или выходной, или обслуживают только грузовые автомобили.
В общем, надежды для легковых автомобилей получить квалифицированную помощь, поддержку шиномонтажников, но маловероятно, маловероятно. Надеяться на шиномонтажки на трассе я бы не советовал. Или же сразу заезжать в большой город. Или же брать с собой ремкомплект. Ну как вот на трассе определить, где утечка воздуха? Или баллончик с гелем, который закупорит все микроотверстия. Ну вот сейчас солнце в лицо слепит, очень плохая видимость, но видеорегистратор, по-моему, эту проблему решает довольно-таки хорошо. Ну, до мотеля «Уют» осталось совсем немного, небольшое расстояние. Чем не нравится этот мотель «Уют», то тем, что там магазин и постоянно свежий хлеб. Теплый свежий хлеб. Покупать другие продукты, но смотрите сами, там вода, какие-то напитки, печенье. Это, конечно, можно, а вот покупать мясные продукты, типа колбасы местной, категорически не рекомендую. Категорически. Во-первых, качество отвратительное. Во-вторых, у меня были... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. У меня были серьезные проблемы. Ну вот, подъезжаем, круговое движение, не знаю, совпадет или нет с картинкой. С левой стороны мотель «Уют». Можете забить координаты в навигатор. Вот и... Ну, там не только мотель «Уют», я почему-то одно название постоянно называю. Там мотели «Три семерки», какие-то еще названия. Там несколько так называемых мотелей. Ну, мотель «Уют», там и гостиница, и такая цивилизованная обстановка. С левой стороны по ходу движения озеро Полозово. Впереди примерно в 40 километрах город Тюкалинск, но его будем проезжать. Там я тоже заезжал в шиномонтаж. Но, кстати, больше не буду я говорить, вот эти мои заезды в шиномонтаж, вы сами увидите, их было несколько, и везде вот был один и тот же ответ. То есть надежды на шиномонтаж на трассе для маленьких машин нет. С правой стороны по ходу движения деревня Чумановка и Новгородцево. Это с правой стороны по ходу движения. И озеро Травное. А с левой стороны озеро Кормилицыно. Но они далеко от трассы, поэтому их не будет видно.
при поездках на восток всегда стараюсь планировать, чтобы остановиться на ночевку или вот в мотеле «Уют», или за Омском мотель «Омич». Великолепное место. На мой взгляд, одно из самых лучших мест для отдыха в России. Я имею в виду на трассах, если, например, не самое лучшее. Мотель «Омич». Великолепное место. Огромная асфальтированная площадка. Постоянно там стоят десятки дальнобойщиков. Или отдыхают, или душ, баня. Очень хороший магазин. И великолепная кухня. Мотель «Омич». С правой стороны по ходу движения деревня Колмакова. Одноименное озеро Колмакова. Это с правой стороны. По ходу движения с левой стороны озеро Собачье и деревня Ярославка. Слева по ходу движения далеко деревня Отрачи и одноименное озеро Отрачи. Озеро довольно-таки приличное, но не знаю, есть там рыба или нет. Солнце в лицо, но съемка, по-моему, вполне достойная, вполне приличная. Слегка задрал камеру, не видно капот автомобиля. Ну, это прям на грани, там какие-то сантиметры. Когда устанавливал, видать, регистратор, слегка задел крепление, поэтому видеорегистратор чуть изменил ракурс. Меня всю дорогу радует видеорегистратор DATACAM 6 MAX. Функциональный, продуманный. Не без критических замечаний, но они незначительные. С левой стороны по ходу движения деревни Чащина, озеро Родина и озеро Абросимово. Далее поворот направо.
сторону Тюкалинска. Не в сторону Тюкалинска даже, а въезжаем в Тюкалинск. По памяти прошлых лет, ну, отношение к Тюкалинску вот у меня как-то связано с дорогой. Была отвратительная дорога, колдобины, разбитая. Вот эта память, она, к сожалению, сохраняется. Хотя с жителями Тюкалинска не общался, вот. Ничего плохого сказать не могу, но память о плохой дороге, она вот осталась надолго. Сейчас дорогу уже сделали, но поставили шумоотражающие панели. Кстати, в Тюкалинске достаточно много компаний, ну как компаний таких, которые предлагают и... Впереди город. Ограничение 60. Ремонт аппаратуры, продажа аппаратуры, ну имеется в виду радиостанции, навигаторы и прочую вот эту атрибутику, которая необходима, на мой взгляд, при... Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. Которая, атрибутика, которая необходима, вот, на мой взгляд, в дальних поездках. Я не заезжал, вот этой аппаратурой не интересовался. Заезжал как-то, но у них или обед был, или обед у них был, или была какая-то другая причина, но было закрыто. Вообще, отправляясь в дальнюю поездку, на мой взгляд, любому автомобилисту, ну, не имеющего, например, достаточного опыта дальних поездок, иметь такую удаленную поддержку очень важно, очень важно. Тем более, если отправляетесь с семьей, с детьми, вот, надо найти человека, который на трассе вам сможет оказать помощь удаленно в случае необходимости и вызовет эвакуатор, и найдет конкретный адрес. Я говорю, почему Валентин, у него очень много личных контактов во многих городах России. А это очень важно. Это очень важно, что не попадете на какой-нибудь развод, на какой-нибудь обман. Такого, к сожалению, еще у нас хватает. Слева и справа по ходу движения, особенно слева, видно какое-то озеро, но оно без названия.
Довольно-таки прилично красивое место. Огромный полуостров на озере. Это с левой стороны по ходу движения. С дороги этого не видно, с трассы не видно. Эфир 15 канала помалкивает. Встречные колонны и больших, и маленьких машин. То есть дорога потихоньку оживает. С правой стороны по ходу движения Ивановка, деревня. Ну, десятка два домов можно насчитать. Я думаю, вот важно называть населенные пункты вдоль трассы. Это для тех, кто, например, будет двигаться в холодное, в зимнее время. Ну, на всякий случай. В этом году, по-моему, передавали, что по Домском была пурга, была снежная буря, и водитель маленького автомобиля замерз насмерть. Кстати, вот хотел бы еще раз, я уже в других маршрутах об этом говорил, какая-то аномальная зона вот по Домскому в районе поселка Крутинка, мотеля «Уют». Однажды остановился на ночевку у мотеля. По трассе шоу была температура за бортом что-то минус 14, минус 17. Остановился на ночевку. Ну, радиостанция была включена. И слышал, как дальнобойщики общались и говорили, что на трассе температура упала до минус 43. На утро, выдвинувшись, я на самом деле подтверждаю, что приборная доска, датчик температуры наружного воздуха показывал 41 градус. И такое было неоднократно. Несколько раз на трассе температура примерно 15, минус 15. А вот в районе Крутинки, ну и плюс-минус еще там 50 километров в обратную сторону, температура падала до минус 40. За 40 даже.
правой стороны по ходу движения деревня Калиновка. Озер не вижу. С левой стороны увала Ядрина, более масштабный населенный пункт. Видно прямые улицы. С левой стороны по ходу движения несколько озер. Озеро Тычкино, озеро Селезнево, озеро Замиралово, озеро Савино, река Авлуха. Это с левой стороны по ходу движения. С правой стороны ничего подобного не видно. С правой стороны будет поворот направо, деревня Матюшина, деревня Казанка, но я вот смотрю, достаточно много домов, но я думаю, несколько сотен. Ну и потом для сведений, что ли, отправляясь в дальнюю поездку в холодное время, зимой, все-таки нужно брать одежду с электроподогревом. Сейчас такой одежды достаточно много, и отечественного производства, и китайская одежда. Можно просто купить отдельно нагревательные элементы, как для обуви, так и для нижнего белья. Не пренебрегайте вот этими моментами. Так, с левой стороны не очень далеко крупный населенный пункт, называется Красный Яр, очень похожий по названию на Красноярск. Красный Яр, тут, наверное, не менее 1000 домов, может даже больше. Большое озеро, называется Старица, и русло реки Иртыш. Движение достаточно спокойное. Интенсивность постепенно повышается. Интенсивность движения. Колейности не наблюдаю. Колдобин ям тоже не видел.
В общем, все идет равномерно, спокойно. Вялое общение дальнобойщиков. Но слышимость не очень хорошая, далеко находится. Ну вот такая примерно картина, такая панорама, такой пейзаж до самого Омска. Далеко впереди поворот на населенный пункт Камышловский. Достаточно крупный. Достаточно крупный населенный пункт. Ну а за Камышловским 16-й партсъезд. Что это, поселок или деревня, не знаю, или колхоз. 16-й партсъезд. Значит, далее будет западный объезд, это вокруг Омска. Но я решил проехать через Омск. С правой стороны по ходу движения железнодорожная ветка, деревня Федоровка. С левой стороны Красная Горка, деревня, река Иртыш. Но вот с Тюменью, с Тюменской областью, разница сразу 2 часа. Но граница Тюменской области, Тюменской и Омской области, это было, я пропустил этот момент, километрах, наверное, в 50 до Крутинки. Там, что интересно, едешь на автомобиле, смотришь. Ну, вот у кого электронные часы, и автоматически переводится время, сразу прямо на границе прыгает на 2 часа. Здесь тоже ничего интересного я не нашел.
для грузовых автомобилей все что угодно. Ну, бог с ним. Так. Рекламы как грязи, но реклама пустая. Имейте это в виду. Так, ну сейчас впереди недалеко. Можно бы. Чуть дальше будет съезд на западный обход вокруг Омска. Но, как я уже говорил, я поехал через город. Начинает оживать местность вдоль трассы. С правой стороны железнодорожная ветка, западный обход, имеется в виду обводная дорога, деревня Петрушенко, деревня Мельничная с правой стороны, с левой стороны Горячий Ключ, Дрожина и река Иртыш. Дорога называется, по которой сейчас двигаемся, Тюкалинский тракт. Ну все, до следующей серии. На этом комментарий останавливаю.